Заслуженный работник культуры России, отличник теле- и радиовещания СССР Светлана Бессонова презентовала свою первую книгу «Как молоды мы были». С 90-х годов в эфире радио начался цикл ретро-передач с одноименным названием. Она шла в утреннее время в виде интервью, очерка, рассказа. В свое время передача вызывала большой интерес радиослушателей, поступало много писем. В книгу Светланы Михайловны вошли герои тех самых передач, известные люди Якутии, судьбы которых многие годы хранились в личном архиве журналиста. Сегодня на презентации присутствовали герои книги, коллеги и друзья автора. Иван Васильевич Борисов тоже работал у нас журналист. Он помог мне издать эту книгу. Если бы не он, то я вообще не понимала в издательских делах ничего. Я писала о знаменитых людях, о Михаиле Семеновиче Сергееве. Это герой социалистического труда, почетный гражданин республики и города. Писала об учителях, о врачах, о шахтере, единственном шахтере Портнягине Семёна Семёновича.